Так, раз, два, тест, проверка звука, хорошо, вроде все хорошо идет. Всем привет, ребята, меня зовут Крепитация, зашел на новый видеоролик. Опять же, ну, я вас, ребята, поздравляю, ну, и себя тоже. Я открываю новый плейлист по выживанию, вот. Да, как бы честно не звучало. Ну, я не знаю, может быть, это будет второй сезон сразу же, может быть, первый сезон, я не знаю. Вы, короче, все сами увидите в описании. А вот, как видите, это выживание, вторая часть. А вот, а, да, мы с вами выживаем на Сиде. Ну вот на таком Сиде. Ссылка будет в описании под этим роликом. А вот, я из эксперимента включаю мешок. Вот, ребят, я что? Я теперь буду на компьютере. Вот этот сезон у меня будет на компьютере. А вот. И самое главное, это будет на Сиде. Вот. Как видите, включать это... Да, нет, да, нет. Включить или выключить? Не знаю. Такие команды, как Game Mode и Expensive. Ладно. Не знаю, зачем нам это. Ну ладно, да пофиг как-то. Ладно. Не буду. Так, выключаю. Вот, в принципе, как видите, все тут есть. Хорошо, я выживаю на 1.20.1, на 1.20 версии. А вот и что, сид будет номер сида, ну, в смысле, ключ генерации будет в описании под роликом, ну, или же закреплен в комментарии. А вот, что вам еще сказать по поводу этого плейлиста? Мы будем, ну, выживать, это понятно, как я делал наряд на телефоне, помните? У меня там на телефоне, кстати, посмотрите, будет сейчас подсказки, и в конце ролика в подсказке. Будет, ну, последний ролик моего выживания первого сезона на телефоне, вот, да, и так я буду рекламировать два своих сезона, да, итак, так, поехал, ух ты, нифига себе, я честно, я просто, ну, хотя, что, я удивляюсь, да, я как бы увидел этот сид, вот, и подумал повыживать, да, так, теперь давайте сами будем выживать. Так, давайте посмотрим. Сейчас я перед тем, как мы будем все это делать. Не обращайте внимание, что тут вот, ребята, вверху сейчас. Вот тут вверху. У вас может быть это. Ну, а там Minecraft 1.20.1, одиночная игра. Это, ну, не обращайте внимания. Такс. Ага, тут ничего нету. Ну что ж, ребятки, погнали, поехали. А, кстати, ребят. Посмотрите, ребят, какой у меня... Во. Да, не удивляет, что у меня вот такой хреновенький скин, фиговенький. Но какой я, ребята, есть. Какой, ребята, есть. Да. Пока нормальный скин не установлю. Такс. Такс, ладно, ребята, давайте мы с вами пойдем в кузницу. Тут есть кузница вообще или нет? А, да, ребят, если что, я как бы видел, то, что как бы есть деревня, но я полностью как бы ее не видел. Так, вообще, это не сначала, я как бы не смотрел, что прям какие тут домики, поэтому считайте то, что для меня тут все новенькое. Ух ты. Блин, что у меня там происходит? Так, кузница. Да, ребята, что-то тут нету. Кузнец. Ну ладно, пойдем тогда похаваем чего-нибудь, блин, извините. Блин! Хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь сундуки тут будут. И в этих версиях нет сундуков. Блин. А, блин, а тут в этих версиях сундуков нет. Ладно. А, ладно, господи, пофиг. Так, хорошо. А, ладно. Угу. Ну, в принципе, нам это ничего не дало. Кстати, ну и как там было описано, что на этом сиде, тут есть еще одна деревня. На этом сиде тут есть еще одна деревня. Пойдемте, ребята, посмотрим. Нифига себе, ребята. Вот, честно сказать, я даже тут сейчас даже не видел. Да, я опять же хрен сказал. Извините, ребята, если я буду заговариваться. Вот, нифига себе. Так, ну нам сейчас... Так, ну, в принципе, у нас, считайте, же... О, кстати, видите, у меня тут... Это... Появились ачивочки. Это очень хорошо. Я хотел ачивочки как-нибудь пополнять ачивок. Да.
Блин, слушайте, офигенно тут это. Видите, тут жители. Привет, житель. Блин, тут жители в доги. В догины играют. Капец, у них тут хорошая жизнь. Кстати, а говорит, вон туда, вот на этот, как его там, господи. У меня, короче, поле. А, на церковь. Во, на церковь. Сейчас посмотрим отсюда повыше. Да, может, что-нибудь найдем. Может, что-то найдем. Так-с. Господи. Здорово, житель. Блин. Так-с. Да, что-то как-то очень далеко. И оп. Да, блин. А, если что, ребята, это у нас обычное выживание, сразу говорю, это не хардкор, поэтому если мы тут умрем, ничего страшного не будет. Ну, в смысле, да, будет страшно, то что мы умрем. Ух ты, ничего себе. Блин, ребятки, опа. Эво. Нифига себе могу. Вау. Ребята, смотрите. Так, ладно, ребята. Пойдемте подальше до деревни. Хочу портить ландшафт. Да. Так-с. Угу. Вот, да, вот, пойдемте вот к этому деревцу. Блин, надо похавать. Хотя, нет, придется сначала похавать. Господи, чё путаюсь в словах, а ну иди сюда, корова. На-на-на-на-на-на. А, ты знаете, если вы будете слышать, как я это мышкой тут хлопу так вот. Блин, ты где? Короче, ну тебя в баню. Так. Так-с. Интересно, тут буду путаться. Так-с. А, хорошо. И давайте теперь срубим одно деревце. Да. Я пару минут назад сказал, что я не буду ничего рубить тут. И портить ландшафт. Но забудьте. Так-с. Так-с. Опа. И похавать. Давайте с вами, ребята, возьмем. Блин. Блин, давайте с вами покушаем. Чё я весь хлеб сожрал? Блин. Ладно, ну коробку давайте тоже за... Ну, в баню эту коробку, короче. Так-с. Ну ладно, давайте пока что деревья порубим. Парочку деревьев сейчас срубим. Вот, ну а пока я рублю, ребята, я вам еще кое-что хочу рассказать по поводу 1 сентября. Вот, да. Знаете, то, что 1 сентября все идут в школу, туда и все, да. Мне кажется, у меня будет меньше просмотров, но скажу вам одно. Больше, меньше, неважно. Скажу вам одно, то, что у меня будет, ну, может быть, выйдет целых два ролика. Да, ребятки, у меня выйдет целых два ролика. Один, ну, как бы, ну, по, не знаю, точно. Вы не знаете, у меня просто была такая традиция снимать, ну, типа, ну, снимать по традиции. Так вот, ребята, у нас была традиция. Да. Ничего не слышали, не видели. Так вот, ребята, еще раз вам говорю, то, что у нас на моих прошлых каналах у нас была самая традиция. Кто помнит, молодец, кто не помнит, ничего страшного. У нас была традиция, что типа, ну, мало того, что как бы два ролика все в сентябрь, господи, 1 сентября я выпускаю. Ну, и еще кое-какой ролик, ну, вы узнаете чуть-чуть попозже. То есть 1 сентября, а точнее, послезавтра. Да. Первый ролик выйдет где-то днем. Ну, я думаю, вы нас спросите, почему днем, почему там не утром, не вечером. Ну, вы понимаете, почему я утром не смогу выпустить ролики, но вы все прекрасно понимаете. Вот. Хотя, может быть, и смогу. Кто знает. Может быть, и смогу. Так-с, ну ладно. Наша на сегодня цель. Я забыла, так, носить, я говорю, наверное, в середине, в конце ролика, не знаю.
наша на сегодня цель, ну, создать свое первое жилище, свой первый инструмент, ну, короче, вот, вот это все. Так, короче, погнали к нашему верстачку. Блин, давай уже. Так, погнали к нашему верстаку, крафтим из него. Блин. Ой, ёшки-матрёшки. Блин, вот это у меня часто происходит, то что я не могу просто... Блин, да ты будешь собираться. Ладно. Фух, вот это. Так-с. Всё. У нас 64, ровно 64 доски. И давайте пока же сделаем 12 досочек. Да. Так, теперь давайте с вами возьмем немного похавать. Немного стыб зимы похавать. Так, ой, блин. И вот так, это сюда, это сюда, это сюда. Блин. Раз, два, три, четыре. Так, хорошо. Все, если что, мы с вами сможем похавать. Так, теперь нам опять ряд понадобится верстак. Не знаю, зачем я отсюда вышел. Крафтер, это наши первые, да, блин, наши первые палочки. Вот. Так, палочки сюда. И давайте с вами скрафтим кирочку. Такс. И давайте мы с вами скрафтим. Такс. Две палочки. И давайте мы с вами скрафтим еще топорик. Да, ну на всякий случай, на всякий случай, да. Такс, все. В принципе, у нас нужные предметики есть. А, давайте мы с вами их переложим в инвентарь. Так, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда, сюда, сюда. Все. Так, теперь, да, нам уже пора забирать верстачелу и пойти, ребятки, спать. У нас просто, ну, иди в дом, просто ляг. А я хочу сделать рядом свой дом. Вот, и, ну, и позащищённее, как минимум. Да. Так, а лучше, чтобы он у меня где-то тут находился, ну, вот тут где-нибудь. Но первые дни мы с вами где-нибудь постараемся переспать. Дарят, вот, допустим, вот тут. В принципе, мне пофиг спать. Вот, вот тут вот поставлю свою кроватку. Капец, что звуки еще какие-то есть. Ладно. Ага, а было бы... Мне жалко, ничего не стали поставить. А ничего нельзя сделать. Ну ладно. Пофиг, ну что ж, это взям и спим. Спокойной ночи. Ладно. Так, блин, а можно так нажать? Блин. А, блин, о! Блин. О, ребята. Да, блин, почему у меня такой ник-то? Я не понимаю. Я же его вроде изменял, но только риф 15. Ладно, да пофиг. Все, ребята, опять же, доброе утро. Всем добрится утро. Не знаю, как вы, ребята, жители. Ну, и вы, ребята, подписчики, зрители. Ну, а я пошел добывать камень. Это, блин. Раз, два, три, четыре. Так, сейчас я немного подобываю камешков, и к вам я... Камешка, господи, камни. И я к вам вернусь. Так. Угу. Вот. Угу, все. Я немного камня подобывал, а теперь возьмем, берем, ставим. Так, берем, крафтим на всякий случай много палок. Раз, два. Палки сюда. Это сюда. Это сюда. Блин.
Это сюда и погнали. О, это блин. Чё путаюсь там. Так, и. Ладно, сейчас я подобываю камни, и я к вам вернусь. Поехали. Фух, ребята, ну что ж, как видите, я уже подобывал целых 30, дабл целых, да, блин, дабл целых 36 булыжника. Теперь, что мы с вами будем с ними делать? Ну, теперь, ребята, давайте с вами все по порядку. Ух ты, как видите, я еще добыл, сколько там, 38 диорита, блин, что-то так лагает мой инструмент. Я не понимаю, крафтим одну печку. Вот так-с. Так, берем на всякий случай, берем еще одну. Блин, ребят, у меня такое ощущение, как будто тут рядом где-то со мной ведьма. У вас нет такого ощущения? Давайте на всякий случай скрафтим еще по одному мечу. Такс. Так, ребятки. Угу. Ну, вроде тут никого пока что нету. Это хорошо так. Что нам, ребят, надо? Что нам, ребята, надо? Убить Гали... Нет, мне стрёмно. Даже несмотря на то, что у меня, кстати, уровень легкий. Вот, но я все равно не хочу убивать никого. Так. Да, кажется, я сказал. Короче. Да, ладно, сейчас трезочки подобываю. Подобываю. Трезочки, я сказала. Ну, иди сюда. О, хавчик. Хавчик, 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 хавчик. Это очень вкусно и очень хорошо. Так. Ну, а теперь, ребятки, что мне нужно правильно? Мне нужно железо. Где мне найти железо? Правильно, в големах. Големов спавнить. Фиговенькая, во-первых, идея. Во-вторых, я тут уже сижу. Кстати, ребята, вы помните, тот момент, когда я добывал дерево, там мы с вами видели. Господи, как у меня все лагает, дико. Ёпсель-мопсель. Да, такс. Короче, помните тот момент, где я, типа, добывал дерево, и там это... Там такая глубинная такая шахта была, помните? Давай, мы сейчас к ней пойдем. А, вот, я вижу, кстати, там вот, ребятки, еще. Ну, ладно. В принципе, все нужные предметы мы на сегодня скрафтили на этот ролик. В принципе, даже если на то, что сейчас у меня уже 9. Ну, у меня написано. Потому что у меня уже 19 минут идет ролик. Вот, 19 минут 40 секунд. Так, у тебя еще похавать? Похавать у тебя ничего нету. Хорошо, в принципе, ничего необычного. Хорошо, давайте заберемся сейчас туда. И я уже потихоньку буду заканчивать ролик, потому что уже надо потихоньку ролик, ребята, заканчивать. А то реально уже очень долго идет у нас ролик. Да. Вы живые. Понятно.
Такс. И опа. И опа. А! Блин. Чё я всё время путаю-то? Ёпсель-мопсель, квадрокопсель. А, куча мне ещё сказал. Такс. А как это всё дико, ребята, лагай. О! О-о-о. О-о-о. Давай вот так копаем, копаем, копаем. И уголёк мы, ребятки, с вами добываем. Нам уголёк, кстати, тоже понадобится попозже. Такс. Хорошо, хорошо, хорошо. Такс, нам уголек понадобится, ну, чтобы там печку плавить и то да сё. Такс. Всё. Пока что хватит. Пока что хватит. То-то-то-то, как это меня бесит. Просто себе не просто, блядь. А, чё мне всё зависло? Ё-моё, чё ж так лагает-то, ёшки-кошкины. Хорошо, пофиг. Так, раз, 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 раз. А! Опа. О. Так, ну ладно. Железом сам пойдём искать в следующей серии, ну и всё такое. Да, в принципе, как я и говорил, я несколько часов еще буду. О, смотрите, как тут прикольно. Пол хп. Я живой. Ну, по скину живая, наверное. Кстати, смотрите, как у меня изумрудные такие штучки на ногах. Я живой, пол хп. Давайте я похаваю немного хлеба. Я похаваю сейчас. О, все, разумеется, восполняться. ХПшки. Меня зовут, ну что ж, это меня зовут Токри, 15, ставь лайки и подписаться на канал. А сегодня мы с вами добавили вот такую вот кучу предметов. Ну и там еще посмотрим. Ну что ж, меня зовут Токри, 15, не ставь лайки и подписаться на канал. Всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Так, блин.